все броски Федотов видит, на все реагирует. Играет достаточно надежно. Варнаков получает шайбу на левом фланге. Отправляет ее к воротам Ивана Федотова. Дарар Гучинцев. Гончарук на синюю линию делает передачу. Быстрый розыгрыш шайбы. Пайгин. Наброс на ворота и гол! 2-2! По-моему, Михаил Варнаков все-таки подставляет клюшку под бросок Зията Пайгина. Да. И Иван Федотов здесь, ну, просто бессилен был. Среагировать на рикошет с такого расстояния после сильного броска, ну, практически невозможно.